И всем салютик, ребятки, вы на канале Кексович, и с вами Руди. И у нас вышла новая, крутая, бесплатная вещь, наш Roblox инвентарь, которую мы должны срочно получить. Это вот такая вот толстовка, посмотрите, она просто нереально крутая. Но смотрите, тут пишет, что можно получить до 28 мая, ребят, это очень важно. После 28 мая мы не сможем ее больше получить бесплатно. Ну что же, после небольшой рекламы мы быстро ее получим. Пристань робоксов, сайт, где прямо сейчас ты можешь купить робоксы по лучшему курсу. 1 рубль, 2 робокса. Но очень важно запомнить, что у них изменилась ссылка на сайт. И теперь это robuxpeer.io. А кто не знал, в своем дискорд-канале они бесплатно раздают робоксы для всех. Все подробнее вы можете узнать, перейдя по моим ссылкам в закрепленном комментарии. Ну что ж, друзья, мы с вами заходим вот в эту карту. Всем известная игра «Бегущая голова побега», ну в общем «Escape Running Head». Я оставлю ссылочку на нее в описании, закреплю в комментарии, а также название на английском тоже там же укажу. Ну что же, я оказалась на спавне в этом плейсе, и теперь мы должны с вами пойти вон в ту сторону, где написано Games Company Special Stage. Короче, нам идти сюда. И нас телепортируют на карту. Так, мы перенеслись сюда, я так поняла, что Games Company это компания, которая разрабатывает игры, да? Что же, идем туда, куда нам показывает красная стрелочка. И тут вот такие головы девчонок теперь будут за мной гоняться. Нам нужно, ребят, дойти до центра этого лабиринта, пройти его. У нас тут есть такие указатели, вот красные стрелочки. Вот сюда тоже наступайте на спавн, потому что эти головы, если до нас дотронутся, то мы умрем и окажемся снова на спавне, так что будьте аккуратнее. Я не думаю, что вы тут заблудитесь, я думаю, что вы найдете правильный вход, потому что здесь, в принципе, один коридор. Вот, и вот еще, смотрите, подсказочка, стрелочка. И вы, я думаю, справитесь с этим совсем. Был момент, когда я тут чуть не заблудилась, но, в принципе, тут понятно, куда идти. И вот эти девчонки постоянно выглядывают из-за угла, просто я могу на них рваться. Так, вот снова, видите, стрелочка мне указывает, что я иду по правильному пути. Тут столько больше, господи, да тут их миллионы, какие-то ужас просто. И вот смотрите, ребятки, как только вы дойдете до этого центра, посмотрите, вам дадут 2 бейджа, и один из них означает, что вы получили эту классную куртку-толстовку, свой рост. Roblox инвентарь абсолютно бесплатно. Давайте еще раз покажу. Вот оттуда мы пришли, посмотрите. И получается, ну мы обошли вот так круг целый, да? И попали вот сюда. Я уверена, что вы с этим легко и просто справитесь. Ну что ж, друзья, эта толстовка просто офигенная. Мне она очень нравится. Поэтому получайте ее, пока возможность есть. До 28 мая, я напоминаю. Ну а с вас лайкосик и подписаться, кто еще не подписан. С вами была ваша Руди. Всем пока-пока.